What else does? Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня мы хотим показать вам модели нашего четвертого этажа. Мы находимся в городе Стамбул. Показываем модели фирмы Darkman. Darkman – производитель женской одежды больших размеров. На рынке более 40 лет. У нас есть два магазина в Лалале и один магазин в Османбее. В прошлую пятницу мы начали показывать вам наши модели по этажам. Сегодня мы продолжаем. Добрый вечер всем. Сегодня мы на четвертом этаже. То, что есть в наличии, показываем вам. И хороший топленький кардиганчик. На воротнике 100 грамм мех. Растягивается полностью с пуговками. Добрый вечер. Эта коллекция в линейке идет 3 штучки. Размер средний баттал. Есть которые модели стандартами. То есть топлер легкая, кардиганчик такая. Вязка. И следующая модель этой же фирмы. В серии также 3 штучки. Привет, здравствуйте. Спасибо. А эта модель в двух расцветках. Горчица и черный с белым классический. И то, что показываем, все хорошей ценами идет. И есть наличие. Да, может, у нас предновогодние сделать скидки. Товар весь есть в наличии. Вязаное теплое красивое платье горчичного цвета. Идеально будет сочетаться с кардиганами, которые мы вам показали до этого. Давайте поддержим наших мальчиков. Они сегодня у нас первый раз в эфире. Им будет очень приятно. Да, держите наши мальчики сегодня первый день. Я про себя говорю. Ну, ты уже старый. Я молодой. Эфир. Спасибо. В серии 3 штучки. На весь наш товар действуют скидки. Делаем скрины, отправляем заказы. Наша следующая модель. Лосинка. Топленькая, вязаная, хорошенькая. Алло, Луна. Капучино свет. Интересные. В серии здесь 3 штучки. 3 штучки. Юбочки такие, как гафы. Обалденные ценами идет сейчас. И еще одна гладкая лосина. На этом этаже представлено очень много теплых вязаных вещей. Не только теплые, есть
трикотажные, вискозные с эластаном. Есть лука будем показывать, дарквин будем показывать. Кто-то вчера спросила, десент-трико будем показывать. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите нашим менеджерам, они вам дадут более полную информацию. Телефон прикреплен ниже. Напоминаю, у этой фирмы три штучки в серии. Обалденные. Ой, какой благородный цвет, прям вообще. Видите, какие красивые розочки, джемшики. Такая же. У рукавчики тоже есть. Это идет стандарт, именно этот модель идет стандартного размера. Ну, заказ можно две штучки. Спасибо. Еще одна. Кардиган понча. Тоже стандарт. Элегантно, стильно и красиво. Думаю, такой формат показа более удобный. Вы можете сделать скрины своих моделей, нужных моделей для вас. И сделать нам заказ. Весь этот ассортимент есть у нас как в первом магазине, так и во втором. И также в Османбее. Кому где удобно, кто с кем работает, туда и делайте заказы. Также вы можете написать нам в директ. Что в самом? Кто ходит в более длинных вещах? Макси-линия кардиганчик такая. Да, он как раз закроет длину любого длинного платья. И очень комфортно, тепло и удобно вам будет. Мехсионы. Добавили люрикс манжеты, сделаны на рукавчик. Это все идет отдельная вышивка, все отдельная ниточка. Ни краска, ни клейка. Боковые карманы есть. Нет, мы только-только начали. Буквально, сейчас я вам скажу, 7-8 минут назад. Кто к нам только присоединился, показываем модели 4-го этажа. Как этот рисунок называется? Как что называется? Рисунок. Орнамент. Как это рисунок называется? Интересный вопрос. Клетка? Нет, нет, нет. Но если она была бы в уменьшенном варианте, это как гусиная лапка, вот такое переплетение идет. Но так как оно большое, такой красивый абстракционный рисунок. Видите, вещи светлые, но оно не увеличивает объем. И наоборот, вот за счет того, что полосочка темная идет как бы вертикально, очень-очень стройный нит. Поближе покажем. Ну, выглядит как клетка. Очень красивая. Да, такая добротная ткань. Топленькая. По бокам хорошо. Здесь есть разрезы. Скрины сделали. Большое спасибо. Здесь мех съемный? Да. Мех съемный, что немаловажно. Очень удобно будет ухаживать за нашими вещами. Классика.
классическое черное пальто. Очень ручки. Красивый воротник здесь. Рафляная вискоза такая топленькая, хорошая. Ни грамма не дает объем. Очень хороший странит. Внизу как сделан. Посмотрите, симметрии такие. Рисунок. Как будто жатка. Как будто жатка. И такая же у рукавы. Есть. Полностью расстегиваешься с пуговками. Такие тонкие, в то же время теплые вещи, очень-очень комфортные. По 50 грамм меха около каждой пуговички, да? Угу. Шухри. 100 грамм, минимально 100 грамм. Жилетка. Спущенный рукавчик. Это не без рукава. Есть рукавчик, но чуть-чуть. Помпончик. 100 грамм мех. Мех съемный. Тоже воротники. Крылышко это называется на рукавчиках. Очень удобные карманы. Карманы есть что? Плохо, что не золото. Нет, шоколадку был бы лучше. Сладкого много кушать нельзя. Еще один наш такой кардиганчик. По поводу доставки, девочки, нужно звонить на ваше карго. Если у вас нет карго, пишите нашим менеджерам, они дадут вам информацию по карго, вышлют вам визитки, и вы можете сами напрямую позвонить и уточнить все моменты по поводу доставки. Вообще автокарго идет от 3 дней до недели, в зависимости от того, какие погодные условия, как собирается груз, но это уже как бы от карго зависит. Автокарго идет от минимум от 10 дней, максимум до месяца, в зависимости от того, в какой стране вы живете. И стоимость нужно уточнять на карго. Наша задача помочь вам сформировать заказ, дать информацию по поводу того, как его можно доставить, то есть контактные телефоны. Ну и, соответственно, после оплаты мы упаковываем ваш товар и относим на карго и присылаем вам. Ой, это очень красивая модель. Две штучки. Всего лишь две штучки. Смотрите, как идеальная серия. Вы знаете, только Darkman шьет куртки по две штучки в серии, потому что очень-очень редко это бывает. И стоимость как кофточки. Еще и стоимость замечательна. Но по поводу стоимости, пожалуйста, пишите в директ. Нет, мы работаем только оптом. Для того, чтобы приобрести наши вещи для себя, вы можете найти магазины в вашем городе, либо регионе. Я думаю, мы продаем товар во все страны, во все города. Еще одна красивая куртка. Обратите внимание, это супер-супер батал. Это единичка, еще есть двоечка. Смотрите, какое широкое бедрышко. Это такая интересная моделька. За счет балони будет стройнить. Топный на Сентапоне, две штучки, удобная серия, очень хорошие ценами. Еще хочу вот здесь на карте показать.
дает объем спорт на капюшонной изнанке. Даже капюшон теплый, смотрите. На флизе идет капюшон, такие накат, спортшик. Спасибо. Идем дальше. Секрет не сделали? Конечно. Смотрите, какая красота. Красивое сочетание. Барсет такая. Это плюшка. Ну, обработка как у бархата. Посмотрите поближе. Мех такой прям отшлифованный, видите? Прям мягкий-мягкий. Еще удобные боковые карманы есть. И в серии всего лишь две штучки. Единичка и двоечка. И хорошие цены. Да, на весь наш товар есть скидки. Имитация двойки. На самом деле такой тепленький плащик. Черный, в расцветочках. Тоже удобные серии, две штучки. Тоже хорошие с ценами. Очень удобные, да, объемные капюшоны. Спасибо. Смотрите, какой красивый джинсовый плащ, и он утепленный. Внутри у него есть мех, и в серии всего лишь две штучки. Интересное такое сочетание. Джинсовый реглан рукав. И по низу джинса. Прям так интересно. Знаете, чем-то издалека напоминает дубленки. Вот были такие же модные тонкие дубленки. Сухой погода, вместо пальто можно одевать. Да, это четвертый этаж. Чистый классический кардиганчик, такая, скажем. С капюшоном, ну не такой. Это обалденная модель. Изнанки идет полностью флис, утепленные, хорошие. Еще один секрет. Бомба. Эко-кожа. С накатом жемчуги. Обалденная модель, тебе который взорвется. Тебя штраф. Рассказывай адрес, где мы находимся. Находимся в городе Стамбул, Шаир Хашмет, улица, дом 44. А теперь по-турецки. Darkman магазин. Ага. По-турецки. Истамбул. Попозже скажу. Подождите, он вспомнит свой родной язык и потом расскажет. Для тех, кто хочет прилететь, у нас есть очень удобное размещение в наших отелях, которые находятся в Лалали. Вы можете забронировать отель. Отели у нас новые. Недавно во время карантина провели реконструкции. Все чистенько выбелено. Мы находимся на четвертом этаже нашего магазина. Верх у нас здесь вискозный. А низ у нас это джинса. Издалека. Да, джинса очень хорошего качества. Еще одна модель. Да, у нас отель находится напротив, первый отель напротив второго магазина, а второй отель по центральной улице. Очень красивый вид у нас со второго отеля, прям море видно. Адресimiz Mesih Paşa Mahallesi, Koska Caddesi, Şair Haşmet Sokak, No 44. Видите? Darkman. Находимся в городе Стамбул, Лалили район, Şair Haşmet улица, дом 44. Видите, вспомнил родной язык. Молодец, спасибо. Спасибо. Также у нас есть фабрика, которая находится в районе. Güngören. Güngören. Умничка, молодец.
У нас свое производство, наши модели вы можете приобрести только в наших трех магазинах, два из которых находятся в Лалале, а один магазин у нас находится в Османбее. Для помады, как ты говорил, да? Помада не влезет. Не влезет помада. Ну, боковые карманы есть, конечно. Я просто посмотрел, там работы нет. Форма трапеция, такие хорошие, большие, огромные размера. Катон с вискозом, двунитка ткань, комбинированная ткань. Очень хороший на спортшек. И с суперсенами, две штучки. Для вас. Наша следующая модель представлена в двух расцветках. Молния здесь до пояса. Она действующая, не для красоты. Капюшон регулируется, он очень такой, смотрите, объемный. Как плащ. Да, скорее всего, его как плащ можно носить. Идеально тепло будет под лосины. Смотрите, как интересно подобраны расцветочки, там яркость есть. Все наши аксессуары на клепках, они не приклеены, они не пришиты, они именно так хорошо зафиксированы. Вот еще одна модель, которая взорвется. Представлена 4 расцветки. Очень хорошая форма, такая легко трапеция, боковые разрезики такие. По толстой колготке, высокие сапожки и дальше. Больше ничего не надо сюда. Красные, сочные, такие яркие, черные, самый яркий цвет. Хаки и синие. Один цвет красивее другого. Одна лучше вот другого. Накат идет бархат. Хорошая задумка. Выпуклость такая. Это есть. Как эко-кожа идет накат. Ну, смотрите, как сделано. Видно, как 3D. Выпуклые такие как буквы, 3D, да. Вообще. Очень оригинальная вещь. Сейчас очень хорошие ценами. И очень мало есть наличие. Кто успеет, сразу можете заказывать. Это очень эффектное платье. Кто его уже заказывал, знает. Прям такое воздушное, очень хороший здесь хлопок. Спасибо. Это двоечка. Здесь внутри у нас платье, туника. А сверху комбинированная вискоза с плащевкой. По бокам она расстегивается, можно делать как разрезики. Еще есть утяжка. И воротник здесь, смотрите, можно раскладной сделать, как на синей. И стоечку, как на черной модельке. На заднем плане жилетки у нас десен. Мы его немножко попозже покажем. Который рабочий 100% шерстяными нитками. Да, качество там очень хорошее. Скоро эти тоже будем показывать вам. Так, подождите секундочку. Запрос на участие. Кто у нас тут запрос на участие сделал? Как сделать здесь? Вот сюда нажать? Посмотреть запрос? Нажми. Еще одна обалденная модель. Представлены двор расцветки. Платье красивое. Не видно модель. Пикассо. Здесь вот это... Я только-только ответила. Плащевка и вискоз. Комбинированная ткань. Черный и синий. Двух расцветки. Выглядит как двоечка. Имитация идет. Вот. По-моему, будет понятно, так? Снизу есть утяжки. Можно сделать стиль баллон. Спинка такая, разрезики. И впереди тоже такая. Обалденная модель. Две штучки. Секретно сделали? Во, модель.
Макдональдс. Утка. Очень модно в этом году мультяшки. Смотрите, они у нас тоже есть. Яркость добавляют. Платье в полную длину. Кто не носит короткие вещи, на этом этаже очень большой ассортимент представлен длинных платьев в пол. Но они в то же время модные и современные. Еще одно платье. Представлены три расцветки. Двунитка ткань, такие меланжевые идет цвет. Коралл, хаки и черный. Заказывайте, пожалуйста, нам будет очень приятно. Спортчик. Лаковая ткань, это не эко-кожа. Такая же ткань, лампасы снизу. Есть утяжки, можно стиль баллон. Три расцветки, одна лучше другой. Спасибо, мы стараемся, чтобы вам было видно достаточно хорошо, чтобы было удобно делать наши заказы. Формат этих эфиров у нас показать как цель показать как можно больше моделей. Не то, что как можно больше, мы показываем в день ровно тот этаж, который есть, полностью весь ассортимент, так как сейчас действуют скидки, и можно сделать заказ на модельки. По очень выгодным ценам. По поводу стоимости, пожалуйста, пишите на номера телефонов, которое прикреплено под этим видео. Satışlarımız toptandır. Canlı yayınlarda fiyat söylemiyoruz. Fiyatlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da internet mağazamızdan www.darkmanshop.com üzerinden de fiyatları öğrenebilirsiniz. Telegram kanalından @darkmanshop isimli Telegram kanalımızdan da öğrenebilirsiniz fiyatları. Fiyatlar şu anda çok makul, çok uygun. Kumaş fiyatına veriyoruz modelleri, bitiriyoruz. Tekrar yok. Tekrar yok. Yetişen alıyor. Çok uygun fiyatlarla sizlerle. Seri 2 tane. Seride 2 tane. Rahatlıkla sipariş verebilirsiniz. Yerimiz Mesihpaşa Mahallesi, Koska Caddesi, Şair Haşmet Sokak, numara 44. 3 tane mağazanın adresi var, karıştırıyorum. Bir daha söyleyeyim. Mesihpaşa Mahallesi, Koska Caddesi, Şair Haşmet Sokak, numara 44. Darkman Magazin, Laleli İstanbul. Спасибо. Ник с ней у нас на каком этаже было? Седьмой. Мы показали. Есть. Посмотрите, пожалуйста, в записи наш седьмой этаж, где представлены все модели Ник с Ниви. Если не можете найти, напишите мне в директ, я вам потом отправлю ссылочку. Хотя каждый наш эфир подписан. Какой этаж? Какие модельки? Платье Огонь. Представлено три расцветки. Синий, черный, хаки. Спинка такая, огромные цветочки, который все спины прикроет, антицеллюлит. И одна лучше другой. Мы показываем ровно столько по времени, сколько есть товара на этаже. Эфиры рассчитаны для оптовиков, чтобы могли увидеть то, что пропустили. По видеозвонку не так удобно смотреть. А так вы видите модель спереди и сзади. В хорошем свете. Я думаю, что так более удобно. Мы не показываем показ мод, мы демонстрируем модели, которые можно приобрести по очень выгодной стоимости.
конец сезона. Но вы не забывайте, что еще весной люди будут только раздеваться, и длинный рукав вещей, платьев, туничек будет очень актуален. Если вы их приобретете хорошее качество по выгодной цене, то вам тоже это будет очень-очень выгодно. Супер! Кому не хватало яркости, смотрите, какая прелесть. Это очень-очень хорошая модель. Это она такая модная и современная, и очень удобная. Смотрите, какой бомбер. Офис чек. Туничка и бомбера. Переставлены 4 расцветки. Смотрите, очень хорошая. Там, где надо, ткань теплая, там, где не надо, такая вот легкая, воздушная. Можно одеть как под спортивную обувь, так и под классическую. Смотрите, как очень-очень умное такое сочетание. Даже под каблуки. И в серии можно. Всего лишь 2 штучки. И модели на скидочках. И очень различные цвета от яркого до классического. Норма, смотря чего. У нас есть размеры и маленькие, и большие. Смотрите, какое платье. Рубашка. Туника. Туника. Ну, кому значит, как. Покажи, там стреч есть или есть, нету? Конечно. Не видно. Вот, замечательно. Видите, по фигуре сядет очень хорошо. У нас есть размеры от 36-го турецкого до турецкого 70-го, наверное. Вот. Смотря какие модельки вы хотите, по поводу размеров и стоимости, пиши. Да, я пошел. Пишите, пожалуйста, в директ, и ребята пропишут вам размеры. Смотрите, какой чудесный костюм. Спереди эко-кожа, такая же эко-кожа на карманчике, а сзади у нас идет вискозочка. Наверное, норма есть, потому как вы... Кто не знает, мы работаем с производством одежды женской больших размеров, поэтому здесь норма, наверное, считается 50-й. Где? У нас? У нас. У нас, да, 50-52, это средний батал, норма считается. Как бы большие-то, у нас-то большие размеры. Смотрите, какие у нас представлены спортивные костюмы. Представлены 2 расцветки, синий и черный. Это идет комплект вместе, они отдельности не продают. Комплект спортивный костюм, такая шик, обалденная. По очень хорошей стоимости модели у нас, очки у нас на скидочках. Еще один спортивный костюмчик, смотрите. Который можно под любой цвет маникюра одеваться. Где идет клеточка, идет байка, ткань утупленная, хорошая. Такая же, приобретаем черный... наши костюмчики под цвет маникюра. Да. Черный идет, двунитка ткань. Ой, смотрите, какой чудесный Микки Маус. Даже я знаю эту модель, верите? У нас, наверное, каждый клиент ее заказывает. В серии 2 штучки, единичка и двоечка. Очень-очень приятная ткань к телу. Еще одна костюм обалденный, 2 расцветки. Комбинированная ткань, 2 нитка, вискоза с эластаном, еще тенсил, джинсовый картон, добавлены с жемчугами. Такая же форма есть на брюки. Брючки идет высокие. Посадки очень хорошая, резинка на талии полностью и тянутся хорошо. Представлены 2 расцветки, одна лучше другой. У брюки еще есть короткий замок, который можно маленькие разрезики сделать. Тебе что-то открыть только. Кусочки секси всегда хорошо. Конечно, никто не спорит. Ну только кусочки. Да, 100 грамм. Еще один спортивный костюм. Он представлен в 2 расцветочках. В серии также 2 штучки, единичка и двоечка. Удобно?
Начинаем вам показывать десен трико, который идет 100% шерсть, топленькая, хорошая, много лет можно, который одевается. Есть которые модели, я знаю, которые клиенты одевают старше, чем я модели. Вот такие здоровья года носят, девушки. Очень хорошая фирма, только у нас есть в Стамбуле, нигде нету. Это наша фабрика, больше чем 40 годы работаем с этими фирмами. Есть которые в линейке идет 4 штучки, есть которые стандарт, есть которые идет 2 штучки. У меня есть свитер этой фирмы, ребята, купленный лет, наверное, 16 назад. Они идет вышивки, все один ниточка, девочки. Они все, например, кожа натуральная, карманчики накладные, посмотрите, какая хорошая. Это все идет один нитки, они все рабочие, они все очень хорошие. Стирать без разговора можно взять, а? Вот смотрите, сколько расцветки, одна лучше другой, 7 расцветок. Визон такой, кофе с молоком, вкусного цвета. Бордов такой, сочный, яркий. Посмотрите. Смотрите, как здесь сделана красивая вязка, что на ней зацепочки не остаются. То есть она бежный очень... такой, молоко цвет. Обалденный. Вот форма рукавчик такой спущенный. Давай подойди поближе, чтобы посмотрели саму ткань, как оно сделано. Смотрите. Вот, видно? Да, видно. Очень хорошо сделана качественная вязка. Черный. Хаки. А это какой цвет? Синий. Парламент. Как это сказать? Парламент. Предыдущий же не сказал, я поэтому тебя и подкалываю. Хаки. Изумруд, скажи. Изумруд красивый цвет. Хаки, он другой. Синий, и у этой фирмы такие классические цвет. Расцветки, да, они такие, которые будут модны очень-очень долго. Этим вещам нет сносу, честное слово. Особенно для тех, кто ленивый, их можно стирать в машинке при 30 градусах. Они не деформируются, с ними совершенно ничего не происходит. Вот с кнопками одно. Здесь такие интересные пуговки. Видно, да? Да, очень хорошо видно. И кнопки не закончатся. Ну, ты ж не забывай, что мы торгуем большими размерами, поэтому и кнопочек не 3 должно быть. По-моему, понятно. Продолжаем. Пиджачок на молнии. 4 штучки в серии. Это в орнаменте все идет отдельная нитка, отдельная... Кандидочка. Мы сейчас изнанку покажем и какой-нибудь одной из моделей. Полностью расстегивается замком, сверху такие один пуговка. За счет того, что реглан рукав очень-очень хорошо по размеру. То есть, если у кого плечики маленькие, а есть объем груди или же попы. Хочу еще один секрет. И здесь на обе стороны идет три пуговка, которые расстегиваются. Можно разрезики. И спинка так и идет, зашибки с орнаментом. Посмотри, какая красота. Видно, да? Это спинка, зашибки, ничего не светится, сон вместе. Топли, легкая, сейчас хорошая с ценами. Полностью замком расстегивается. Изнанки хотел показать вам из ткани, отработку. Рисунок все идет. Я сказал, один ниточка, это все труд для вас. Мы как раз вот эту фирму и показываем, то, что висит внизу. Это фирма Десен. Вот как раз кто просил, вот как раз именно сейчас и показывает эти вещи. Да. Так, а Сементо у нас на каком этаже? Сементо не работает. Каждый год делать один модель, уже скучно было.
мы всегда любим интересные. Пожалуйста. У этой фирмы есть не только свитера, пиджачки. Вот шоколадная крошка. Есть очень-очень удобные жилетки. Посмотрите, какая яркость здесь есть, да. Шикарная. Вот, Светки, видите? Крем синий, фиолетовый, розовый, фисташки, шоколадный и горчица. Кремовый. Крем, я сказал, первый очередь. Ты сейчас же показываешь, я тебе помогаю, комментирую. Синий. Модель Агон. Пожалуйста. Поближе, да? Угу. Какая красота. У этой модели 4 расцветочки, даже 5. Черная, визон. Цвет такой темный баклажан или синий, такое синий, интересное синий, сочетание. Отливает как баклажаном рядом. Нет, с красным. От вам цвет и так выглядит. Синий, темный синий. Хаки и бордов такие. Это бутылочный сочетание. Цвет, насыщенный, зеленый. Удлиненная жилеточка. Также 4 штучки в серии. Теперь еще жилеточка с капюшоном. Еще одна хит модели в сезоне. Такие очень хорошая задумка. С бахромушки такие висюлечки. Полностью растягиваются на замка. У предыдущей жилеточки съемный мех или нет? Нет, не съемный. Нет, не съемный. Да, это все Десент Рико. То, что сейчас, сегодня есть в ассортименте. И эта фирма актуально купить сейчас, потому что весной будет очень-очень удобно в нем ходить. Спасибо. Еще одна 100 грамм мех. Классические такие длинные. Удлиненная жилеточка. Как раз закрыто все, что надо закрыть, чтобы было тепло. Переставлена 5 расцветок. Такая мех похожа на кролик, вообще обалденный. Мех искусственный, но очень хорошей обработки. Да, не как очень. Ханурик, а прям такой мягенький. Как же. Синий, бордов и хаки. Кто-то хотел на молнии и классическую модель, ничего лишнего. Вот эта модель такая. Она и на молнии, и удобные карманчики здесь накладные есть, но они такие маленькие. И всего лишь написано на воротнике и на карманчиках небольшие такие цветочки. Это суадильная вышивка. Ты хочешь? Мы прикрепили. Еще один такой кардиганчик с капюшончиком. Спасибо. У этой фирмы спокойные такие расцветки, приятные, не кричащие. В то же время есть добавлена цветовая гамма немножечко, чтобы можно было легко подобрать низ под такие кардиганчики. Теплые шерстяные вещи.
Десентрико, представлены в нашем магазине на 4-м этаже. Мы ждем ваших заказов. Вот смотрите, сколько цветов. Какая цветовая гамма красивая. Спасибо. Еще одна модель, которая взорвется. Вы знаете, я просто думаю, как правильно ответить на ваш вопрос по поводу платьев. У нас пан Бархат был на 7-м этаже. Также некоторые модели были и на 8-м этаже. И вчера был пан Бархат. Поэтому, так как в записи очень легко на перемотке смотреть модели, эфиры, если столько времени не можете потратить. Либо посмотрите на выходные. Практически на каждом этаже у разных фирм есть панбархат. В этом году это очень модная ткань. Видно, по-моему, да, как все отдельные нитки идут? На 8-м этаже сегодня снова поступили модельки, которые по скидке. Там тоже есть панбархат. Всем рассветик. Если вы хотите сейчас просмотреть платьишки пан Бархата, вы напишите нашим операторам, они как раз уделят вам внимание и покажут вам модельки. Но если вы хотите просмотреть эфиры, на 8-м точно есть, на 7-м точно есть. И вчера я видела на 5-м. На 5-м тоже было. Точно нет на 2-м и точно нет на 6-м. Красивая жилетка, ничего лишнего. Мехный сионный, полностью замок, 2 накладные карма. Очень теплое качество. Эту фирму, я же говорю, знаю очень-очень давно. Более теплых и качественных вещей я еще не видела. Она, возможно, моделей не так много, но очень сложная здесь работа, потому что это все шерсть. Это турецкий бренд. Это наша фирма. Турецкий бренд. В этикете Булмарк. Смотрите, какая красивая. Вот только хотел сказать, смотрите, какое красивое сочетание клетки. Прям такая яркая моделька. Еще. Вот, если вы ее сейчас приобретете, представляете, какие будут у вас красивые покупатели весной, когда разденется, и все будет цвести. У-у-у. Класс. Нет, во многих моделях меха не съемные. Где съемные, я вам проговариваю. Смотрите, какая удобная моделька, она с капюшоном. Кто не любит шапки, вот такие кардиганы, самое оно. Вот у этой модели нет ничего лишнего. Она такая, так прям благородно смотрится.
В январе месяце мы работаем 4 числа. А в декабре мы заканчиваем работу 31-го. У нас получается только один дополнительный выходной. Пятница. И суббота-воскресенье до этого как бы как и было. А с понедельника у нас обычная рабочая неделя. Так что у нас нет перерывов. Ой, смотрите, какое красивое пальто. Вау, какая... Обалдеть. Ой, это прям благородно. Модель прям вообще. Вы представляете, как под вечернее красивое платье это будет выглядеть, пальто красиво. Такое вот как накидка, и вам будет тепло и комфортно. Ну, наверное, жилеточки должны быть у каждого человека в гардеробе, потому что спинка должна быть всегда закрыта, тепло и должно быть. Покажи рукава для гипюр. Вот так рука засунь, пожалуйста. Ага. Чуть-чуть еще поближе. Отели будут работать по наполняемости. Сейчас заполнен первый отель. Ну, я думаю, после Нового года в конечном итоге закончится же когда-нибудь карантин. И мы будем работать в нормальном режиме. Наши двери всегда открыты для покупателей. Здесь очень красивая такая брошка, ее можно переколоть на любое другое место. Здесь немножко люрексовая нитка, она такая со стречиком. Еще одна жилетка, но более в классическом стиле. Смотрите, какие удобные карманчики. Ой, еще какой, смотрите, красивый свитер. Здесь такой интересный воротник сделан. Такой необычный орнамент еще есть. Кто покупал вещи из шерсти, должны понимать, что когда есть какой-то орнамент или рисунок на шерсти, это очень сложная, кропотливая работа. Посмотрите, как красиво выполнено. В основном, я же говорю, идут делать вещи такие классические. Там ну, максимум какая-нибудь вышивка, а здесь есть прям такие достойные работы. У Десен Трико 4 штучки в серии. S, M, L и XL. Пишет SM, ну не как 36-38, они 42, 44, 46, 48, 50, есть которые модели 56 даже. По есть поводу много, более полных больше. Размеров, какая модель на какой садится, пожалуйста, пишите нам в директ. Наши менеджеры покажут вам, расскажут, подскажут, распишут, дадут более полную информацию. Еще один классический свитер. Обратите внимание, как удобно сделан здесь рукав. Он, получается, идет такой красивый переход из косички. Он реглан. Вот, а такая модель есть даже у меня. А я не успел. Ты не успел? Нет. Я не знаю, сколько лет этой модели, но она у меня до сих пор живая. Очень хорошие вещи в носке, прям действительно хорошие. И после стирки они вот какие есть, такие и остаются. Нет ни катышков, ни ниточки не выстрепываются, ничего не происходит. Такая достойная работа.
Все, скрины мы сделали. Такая же моделька, только кто любит под, в стиле водолазки, чтобы было закрыто горло. Удлиненная туничка. Эта модель у нас представлена. Смотрите, сколько расцветок. 7 расцветок. Синий, антрацит, беж, шоколад, зумруд, бордо, черный и синий. Супер. Делаем заказы. Напоминаю, фирмы Десен. Размеры идут S, M, L, XL. В серии 4 штучки. Очень удобная классическая моделька. Удлиненная такая водолазочка. Девочки, мы работаем оптом. И мальчики, и девочки. Любимые наши покупатели. У нас продажа только оптом. В серии это 4 штучки разного размера, одной расцветочки. Если вот коричневая, значит коричневая. S, M, L, XL. Не бывает две красных, две желтых. Полный размерный ряд, разные размеры, один цвет. Еще одна модель. Который взорвется. 5 расцветок, одна лучше другой. А этой модели давно не было, между прочим. Шоколадный, вкусный цвет такой. Бордов, черный, самый сочный цвет, граффити цвет. Под джинсы будет обалденный, который... Смотрите, какая яркость. Напоминаю, что это шерсть, но она очень тонкая, очень удобная в носке. Здравствуйте. Классический свитерок. Представлено 7 расцветки. Хаки, черный, бордов, кофе с молоком, шоколад, розовый, граффити. Ты с такой опаской сказал розовый. 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 Вот вам цвета, вот вам вышивка, маленький V-образный воротник. И в серии всего лишь 4 штучки. Смотрите, какая классическая водолазочка. Вот эти какие интересные расцветочки. Вот так, да. Спасибо. На здоровье. Смотрите, здесь какой красивый ворот сделан, такой сложный. Алпака ткань. Ой, какая мягкая. Кошечка, ой, какая мягенькая. Кошечка. Прям хочется самой одеть. Нет. Тебя не продаем просто. А у нас весь товар на распродаже. Мы заканчиваем зимний сезон. Поэтому у нас на весь наш товар, практически на весь товар, есть скидки. На этой модели мы заканчиваем. Одна. Тогда вот можете вдвоем есть становиться. Потому как мне надо еще 10 секунд выключать. Санчик. Вот. Мы прервемся на 5 минут и продолжим показывать модели, которые есть у нас на нашем этаже. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы будем рады вас всех видеть и слышать. Добрый вечер. Мы сегодня находимся на 4-м этаже
нашего красивого магазина, который называется Darkman. У нас есть своя личная фабрика, которая производит более 40 лет женскую одежду больших размеров. Нашу продукцию вы можете приобрести только в нашем магазине. И сегодня мы вам показываем модельки нашего 4-го этажа. Сегодня было очень-очень много запросов по поводу вот этих вот сеточных, ярких, таких экстравагантных вещей. Поэтому мы решили продолжить наш дальнейший эфир именно с них. В линейке, которая идет, 3 штучки, фирма Альянс. Смотрите, какое шикарное одеяние. Украсит любое платье, любую блузу. Также можно одевать под красивое белье, кто как хочет. Смотрите, какие юбочки. Ткань прям такая воздушная. Так, а теперь подходи поближе, мы покажем, что здесь есть. Смотрите, какой разрез. Смотрите, вот так, вот. Вот так. Красивое сочетание цветов. Все вещи продаются отдельно, но они идеально комбинируются между собой. В серии всего лишь 3 штучки. Такой стиль а-ля балахон, летящий. Будьте воздушные, красивые. Которые можно одеваться и день, и ночь. Шикарно, модно, стильно. Экстравагантно, можно даже так сказать. Кто сегодня спрашивал, вот это лично для вас. Очень было много задано вопросов. Наша любимая клиентка выставила у себя в Инстаграме эту модельку, поделилась с нами видео, и мы ее прорекламировали, ее магазинчик. Но также у нас другие покупатели могут приобрести оптом для себя. Очень такие приятные модельки. И все сейчас очень хорошие ценами. Напоминаю, что у нас действуют новогодние скидки. Скидки в конце сезона. То есть мы собрали все скидки вместе, и получилось так, что вы можете купить очень-очень хорошие вещи по очень радостной цене. Отдельные хомутчики. Я думаю, что он принес? Они такие воздушные. Смотрите, какая красивая вязка. Так что у нас есть все. Модно, красиво, стильно. Делаем скрины. Если вам нравятся наши модельки, поставьте нам, пожалуйста, пальчики, либо сердечки. Нам будет очень приятно. Мы для вас очень стараемся продемонстрировать вам все, что есть у нас в магазине. Сегодня мы вам показываем 4-й этаж нашего магазина. И останется 2 этажа. Завтра 2-й, пардон, 3-й. Там только представлены одни только брюки. И 1-й этаж. Брючки у нас в серии 3 штучки, что очень удобно, потому что в основном брюки идут в серии 4, а на этом этаже и брючки 3 штучки в серии. Смотрите, какие юбочки. Все на резинке, очень высокая талия.
модные, стильные вещи. Смотрите, какое красивое платье, оно в пол. Шарфик здесь съемный. У фирмы Али, это фирма Альянс, у нее в серии 3 штучки. Опа! Сюрприз, как говорил бы Шухри. Фирма Картон. Такие водолазочки. Вот, кто хотел норму, вот это действительно норма. Они есть и 36 размера начинаются, и есть батальные размеры. 1, 2, 3 идет. Три штучки в серии. Пишет. Красивые, стильные, яркие цвета. Ничего лишнего у этой модельки. Это тоже фирма Картон. И в спортивном стиле, смотрите, какая кофточка. Продолжаем показывать модели этой фирмы. Она такая тоже в более классическом стиле, ничего лишнего. Очень ноские вещи, хорошего качества. Под любой штаны можно одевать и дальше. Базли. Водолазки такие красивые, хорошие ткани. С круглым сейчас горлом есть, под горло водолазка есть с круглым горлом. Сеточка. Да, получше. Кто любит экстравагантность. Как я говорила, есть водолазки, именно хомут горло. А есть V-образные, есть круглое горло. У этой фирмы только классические расцветочки, ничего лишнего. Кто-то говорил, есть ли у вас классика? Есть у нас классика. Смотрите, какая красивая. Смотрите, сколько много цветов. В серии всего лишь 3 штучки, 1, 2, 3 размеры. Которые интересные модели у меня попадают. Да, самые интересные модели у тебя. Я же говорю, ты специально выбираешь. Это шарфик такая красивая, стандартная размера. Ручная работа. Видно, по-моему, да? Все какая, видно, да. Какая хорошенькая. Спасибо. Идеальное сочетание черного с белым. Всегда будет модно и стильно. Жакет на пуговичках. Спасибо. Ой, очень интересная такая перелина. Как пиджак, не пиджак, сверху так интересно сделано. Представьте, как это будет красиво на открытом платье. Очень шикарно. Для похода в ресторан самое оно. Есть удлиненный, есть укороченный жакет-пиджак. Как удлиненный. Как накидка же, своего рода, да. Будут же короткие, такая же в расцветке. Представлено 6 расцветок.
Как я перед этим говорила, эти же модели есть у нас мысик. Овальное горлышко и стоечка и хомутик. Все классические только расцветки. Вот, так что кто просил показать классику, сегодня мы для вас постарались. Ой, еще одна красивая накидка. Смотрите, какая шикарная. Эта модель идет стандарт. Гусиная лапка, такие с накладной эко-кожа карман. Стоечка воротник. Как и сделано, вот видно, как и тянутся. Очень хорошая задумка. Ой, какое красивое. Здесь, смотрите, и эко-кожа есть, и ромбики, и спущенный рукав. Очень интересно подобрана модель. Смотрите, какое горло, оно такое рифленое. Закрытая, в то же время мягкая такая горловина. Давай поближе уже посмотрим. И здесь совершенно другая ткань, она как бархатная. Как рифленая, как ангорка, шерстяная. Есть, вот я же говорю, собрано все. То есть низ можно подобрать любой. Хороший, свободный, стандартный размер. Маленький разрезик. Это такая очень-очень интересная вещь. Смотрите, какая, как летучая мышь размерчик. Летучая мышь рукавчик. В то же время манжет, обратите внимание, можно носить полную длину, можно делать 3/4. У этой модели размер стандартный, но в серии 2 штучки. Шикарные вязаные вещи представлены у нас на этом этаже. Да, 2 метра в объеме, я поняла. Где 100 грамм меха проговариваться? Ты маской прикрылся, не хочешь с нами разговаривать? Рассказывай наш адрес. Находимся в городе Стамбул, Лалили район, Шайрашмет улица, дом 44. Адресимиз Месипаша Махаллеси, Коска Джаддеси, Шайрашмет Сокак, номера 44. Даркмен Дюкен. Молодец. И по-русски, и по-турецки прям вообще. Здесь килограмм меха, наверное. Смотрите, какие интересные полоски. 1,5 килограмма. Да. Кто хочет быть эффектным? Писец. Мех это натуральный? Нет. Нет. Ну как? Имитация писца. Мама норка, папа норка, натураль писец. Получился ханурик. Кролик. Нет. И знаки идет сетка. Ткань очень такая интересная модель. Шикарно. Кто у нас гринписовец? Самое оно. Хочешь быть смехом? Да, оно шикарно смотрится. Совсем не дешево, даже если мех не натуральный. Это фирма Капсон. Кардиганчики, смотрите, какие у нас шикарные. Здравствуйте. Начинаем коллекции лука. Из сетки начинаем. 2 расцветки. Ментоль и такие баклажаны.
Интересная, экстравагантная такая ткань. Как мне говорят, почему вы делаете только балахонистые вещи? Смотрите, вот вам, пока, пожалуйста, укороченная, но объемная вещь, как раз до талии. Тут даже говорить ничего не надо. Такая интересная ткань. Без лишнего комментария. Обалденная модель. Ждем очень заказа, хороший, да? Свет. И в мир, и в пир. И в добрые люди. Мы сохраняем все наши эфиры. Для просмотра вы посмотрите эфир 4-го этажа магазина Darkman. Уже первую часть мы сохранили. Сейчас у нас вторая часть. Моделька с рисунком. Берите этикеточку, пожалуйста, то не видно рисунок. Вот так, смотрите, какой такой силуэт дамы. А сколько у нас серий штучек? 4. 4 штучки в серии. Смотрите, какая интересная такая модель. Смотрите, какая шикарная рубашка. Такая, как будто варенка ткань. Также из этой ткани у нас есть платье. Это двоечка. Внутри базовая водолазочка. А сверху более тонкая ткань, как сеточка. Не как сетка, а точно сетка. Да? Да. Шикарная вещь, мне тоже очень нравится. Такой... Обалденные, сейчас хорошие цены, линейки 4. Напоминаю, штучки. У нас скидки действуют новогодние. Эфир обязательно будем сохранять. Скидки конец сезона, перед началом лета. Вы можете приобрести наши вещи по очень выгодной цене. Видно, что можно разложить воротник, он очень интересно смотрится. Платье-туника. На хороший объем бедер. Еще одна интересная накидка, смотрите. Стандарт. Вот можно сразу вам комплект. Эти вещи продаются отдельно. Но можно собрать комплект брючки, любой. Такая. Можно тоже из этой серии комплект сделать. Да, ткани одинаковые, поэтому и хорошо будет сочетаться. У всех фирм, наверное, есть сеточки. Эта фирма без исключения. Смотрите, как она интересно сделана понизу, как защип. Спасибо. Экстравагантная накидка. На красивую водолазку будет шикарно смотреться. Еще у нас есть сумочки. А это что? Это шарф. Смотрите, какой шикарный. Вот сюда голову. Мы поняли, спасибо. Такая еще вещь есть интересная, как накидка. Еще одна модель сеточка. Круглый воротник, есть еще стоечка, баклажан, рыжий и такие рыжий. Рыжий, рыжий, конопатый. Он не рыжий там цвет, там красивый цвет. Фисташки. Шикарное платье. Еще у нас есть у этой фирмы рубашки с абстракционными рисунками.
И очень интересное платье. Сеточка. Спущенный рукав у рубашки. Зашивки. Да, такой хороший объем у нее и на рукавах, и на груди. Сетка очередная. Ну, здесь очень интересный вырез сделан, V-образный. Такой, обратите внимание, как внутрь идет. Угу, спасибо. Платье, смотрите, какое туника. Сверху сетка. Жилетка такая, сплошовочная ткань. Очень интересная такая. Ага. С лёгками. Болеро. Тоже же плащевка, сетка. Очень интересное сочетание. Вы знаете, такая интересная фирма. То, что показываем уже второй эфир, девочки, все вещи со скидками. Гостердимиз бутын уринлер шуанда индиримли фиятлар. %30, %40, %50, %60, %70 ше кадар баран индиримлерле сизлерле. Даже до 70% идет скидка. В разные модели, разные цены. Боковой карман есть. Спасибо. Луки очень интересная ткань. Прям такая экстравагантная, можно сказать. Как же можно обойтись без халата, платья. Жилетка. Смотрите, как интересно сделаны карманы. Будет очень красиво на классических брюках. Красиво, стильно. Мы увидели. Базовый майка снизу, сверху сеточка, все прикроет. Спасибо. Еще одна 3D. Еще одна красивая модель. Еще одна 3D. Еще одна 3D. Обратите внимание, сколько собрано ткани, какая сложная работа. Сеточка, а сзади какой красивый рисунок. Красивая рубашка, такая, как, даже не знаю, на что это похоже. Ух ты! Красота какая! Показали вот это 3D, девочки. Можно с этой брючки сделать комплект. Вот вам спинка. И с пиджаком. Или пиджак. У этой фирмы все вещи между собой сочетаемы. Приобретая ее ваш гардероб, вы можете комбинировать потом на свое усмотрение. Будут по-разному совершенно костюмные вещи ваши смотреться. Хорошее сочетание. Высокая посадка, удобные карманы.
Платье-сетка. По бокам, обратите внимание, удлиняет силуэт. Еще у нас есть юбочки. Это брючки. Такие теплые, хорошие. Юбки, сеточка, юбненький. И скалкер цветик. Сеточка идет ткань, снизу валанчик. Двойная сетка идет валан. Спасибо. Упало, значит, продаст. Однозначно. Успеете, да, секрет сделать? Как вам, девочки, модели? Показываем. Дайте нам обратно ответ, пожалуйста. Положите палечки вверх. Какой-нибудь эмоджи. Партии, сердечки. Мы для вас стараемся. Нравятся вам наши прямые эфиры? Сзади есть карман. Впереди тоже. Стиль баллон юбки. Спасибо. Накладные карман такие огромные, как сумочки. Обе стороны. Обалденная юбка. Талия полностью резинка и тянутся очень хорошо. Стильно, модно и красиво. Такие интересные брючки. Внутри вискоза, сверху сетка. Еще партия юбки, брючки. Поезд приехал, да? Просто сеточка. Ночью можно без ничего одевать? Однозначно. Днем тоже. О, вообще три в одном. И сетка, и лосины, еще и юбка. Комплект готов. Это красивая юбка, мне нравится. Смотрите, какие интересные защипы есть. Мне все очень нравится. Все красивые, все обалденные. Брючки. И еще брючки. И еще брючки. Я думаю, в таком формате очень удобно заказывать модели. Вам, вы, во-первых, все видите. Можно спокойно просмотреть эфир в записи, сделать скрины, отправить нам фотографии модели, которые вам понравились. Мы ждем ваших заказов. Спасибо. Рубашка, туника такая, спинка, аппликация. Не аппликация, рисунок. Неизвестно, какой рисунок, поэтому... Абстракционный. Зашибки. Да, мы работаем только оптом. Боковые карманы. Очень хорошая, приятненькая ткань. Ой, смотрите, какая шикарная рубашка. И еще одна, но она более классическая. Под лосины, под юбки, под джинсы. Под толстые колготки. Откуда ты знаешь такое название? У нас в Стамбуле холодно никогда не бывает. И толстые колготки, наверное, никто не носит. Как не носит? Холодно, зима. Где у нас зима? До сих пор еще дождь идет на улице, и ноля даже нету. А, как нету? Нету. Холодно. Он про Россию. Люди замерзают. Пускай одевают наши вещи.
теплые, стильные, красивые и не будут мерзнуть. Согласен с вами. Первый раз. Сетка, сарафан. И вот. И покороче вариант тоже есть. Этот вариант, по-моему, подойдет везде, даже на пляже. Джинсовые брючки, водолазки, либо красивые рубашки, святые. Сперва можно так походить, штучки. Потом можно на море поехать. Да, ночи без ничего, если не будет холодно. Красивое платье, смотрите, какое шикарное. Оно на вискозной основе, а сверху такой шифон летящий. Боже, где вы их сюрпризами находите? Еще какая-то сеточка, смотрите, интересная горловина сделана. Спасибо. О, платье шикарное. Вот, обалденные модели. Ты специально себе выискиваешь самые красивые модели, я тебе честно говорю. Мне каждый день так говоришь, ну я не делаю по очереди. Я же не смотрю, как ты модели берешь по очереди или порылся, вытащил самые красивые, принес. Вот ребята видят. Вот кивают, что ты выбираешь самые красивые. Ты сама не веришь на этом слово. Нет, я, конечно, понимаю, что у нас все модели красивые, но ты самые такие вот изысканные достаешь. Я самый красивый, поэтому. Мы тебя не продаем. Я самый красивый. Слышу, говорит, я самый. Мы тебя не продаем. Мы рекламируем только вещи. Это, пожалуйста, вырежите из прямого эфира. Короткое платье, туника, под лосины идеально. Вау. Как замысловато все придумано. Отправьте нам, пожалуйста, сердечки. Нам бы так приятно. Давайте поддержим мальчиков. Давайте, девочки, сердечки ждем. И меня я жду. Ну ты покажи им сердечко. Большие-большие вот такие партии сердечки. Поднимите настроение. Вот посмотрите, какое хорошее платье. Какое? Топлые, стильные, обалденные. Лишнего ничего нету. Ну, вообще ничего и лишнего в мир, нет. И в пир, и в добрые люди. Все перекроет, странит. Все как и надо. Представлены двухрасветки, хаки и граффити. Под водолазку самое оно, очень красивое платье. Или же на под болеро, которое было ранее представлено. Шикарное черное платье. Мне кажется, это должно быть черное платье у всех в гардеробе. Это жилеточки у нас фирмы Десен. Мы показали ее в первом нашем показе. Кто не успел посмотреть, посмотрите, пожалуйста, в записи. Мы наши эфиры сохраняем. Это у нас четвертый этаж нашего магазина. Ой, какое шикарное. Смотрите, какая прелесть. Вот как раз вот до пояса, кто хотел, смотрите, какая прелесть. Мягкая, спущенный рукав на объемную ручку подойдет. Кто видит, хотят пощупать. Очень хорошая, приятненькая ткань. И топлая, легкая, стильная. Посмотрите, какая кардиганчик. Очень-очень стильные. Необычные вещи у нас на этом этаже. Я, конечно, многие видела, но весь ассортимент нашего магазина, наверное, вместе с вами просматриваю, потому что моделей очень-очень много. Здесь очень удобный вместительный капюшон. Спасибо. Ух ты! Такое стильное, в то же время строгое, шикарное пальто. В этом году очень много модных комбинированных моделей. Это одна из них. Посмотрите, как интересно это все сделано. Эти вещи один не стильдет, но мы хотим вам этот комбини сделать. Посмотрите, покажи серию брючки. Сегодня мальчики у нас хотят поработать еще модельерами. Луки создают, смотрите. Чуть-чуть ниже опускай кофточку, чтобы брюки были прикрыты, чтобы было полностью сочетаемо видно. Вот так. Вот такой у нас образ получается. Брюки. Эти брюки будут очень удобно носить
под сапог. Шикарно с юбкой. Можно в черном кофточку варианте. Поменяю. Две вещи отдельные. Можно сделать их сочетаемые. И вот так. Дай тем более вещи одной и той же фирмы. Черный цвет дайте, пожалуйста. Черный. Бомберы такие красивые. Это экстравагантная накидка будет. Под водолазку перед этим вот у этой фирмы было. И рукав закрыт будет вообще шикарно. Так, брюки возьми или юбку? Дай брючки. Или юбки давай. Юбки лучше. Ну вот, смотрите, как строгий такой стиль получается. Сразу же вам костюм. И в то же время есть что-то такое вот игривое. Ткань один в один подходит. Размер один в один подходит. Этот полосатые юбки и вот это то, что граффити цвет кофточки. Шикарно. Да, очень обалденно. Хорошо. Стильно, модно, сочетаемо. Топли, легкие. Особенно при нынешней жизни нужно покупать хорошие, дорогие, качественные вещи по скидке и дома комбинировать себе луки. Смотрите, как идеально подходят вещи одной фирмы, у которой очень похожа ткань. Можно придумывать очень-очень много образов. Видно изнанки, юбненькие, сеточка идет. Да, со стрейчем очень даже. Ткань поближе покажем. Спасибо. В другом цвете. Шикарно. Смотрите, сейчас мы вам покажем модельки, которые получили из фабрики сегодня вечером, которые будут только завтра у нас. Все модели, которые были на четвертом этаже, мы показали вам. А сегодня, сейчас получили товар в фабрике. Смотрите, какое новое платье. Кто ждали это платье, девочки, сейчас сегодняшнее получили, есть наличие. Кто успеет, заберет, потому что как ходит, так прямо сразу улетит. Поэтому спешите заказывать, пока есть. Магазин еще открыт, можно сейчас даже заказывать. Пока горячий, тухан ходит. Пульверчик такой, кашмирчик топленькое, легкое. Платье представлено в двух расцветках. Граффити и черный. И черный с другой с расцветки с цветочками. Ой, смотрите, какая прелесть. Обалденно. Я хочу черный показывать. Один кадр. Там разный рисунок. И какие цвета на орнаменте, такие же на рукавах. Очень красивый V-образный вырез. Вырез. В линейке две штучки. Любимый зайчик. Очень удобная серия. Вот такие мне же манжетки в рукаве. Прелесть. Тунечки с цветочками получили. Трикотаж. Теплые, хорошие. Которые... Лодочка идет, маленькие разрезы, которые можно... Перекроить, открывать, для фантазии это кусочки секси сделать. Голубенький цвет, розочки, фиолетовые, золотистые и серебро. Объем рукав, видите? Нет, они не 52-54, они больше размеры. Смотрите, это единичка самый маленький. Они, наверное, на 56 даже пойдут. 56-58 даже. Смотрите, вещи такого формата идут от 52 до 56-58, потому что тут такой силуэт, видите, здесь нет плечей. Здесь спущенные рукавы, и можно носить либо в свободном стиле, либо в обтяжку, кому как нравится, потому можно сказать, безразмерный.
А двоечка вообще до 62-го будет. Турецкого размера. Еще немножко от 4-го этажа. Кардиганчик такие шерстяные. Приставлены 4 расцветки. Алдерничек. Смотрите, мы сегодня получили товар, на этот товар скидки, поэтому решили... Это только что получили от фабрики со скидкой. Со скидкой, да. Поэтому хотим вам показать эти модельки. Это сегодня не было, уже получили сейчас прямо горячие, разные. Это цвета. Стандартные размеры. Супер-супер цены. Которые дешевле, чем стакан кофе. Туника платье. Подарочные цены. Ремень идет с комплектом эко-кожи. Представлено 4 расцветки. Туничка такая красивая, среднего размера. Обалденные цвета. Кто хотел стандартные размеры, вот пожалуйста. Ой, какой красивый. Под любой цвет штаны, под любой цвет маникюры, под любой цвет сумки, под любой цвет рубашки, водолазки. Под любой цвет каблуки, ботинки, платформ. Под все подходит. Под любой цвет волосы. Будьте модными, шикарными. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Пишите для заказов в директ. Пока-пока.